Сорт острого перца Хабанера Гольд. Золотой Хабанера. Это очень вкусный сорт. Острота у него от 300 до 400 тысяч сковелей. Срок созревания от 120 до 180 дней. Это довольно долго созревает сорт. Его надо высевать, семена высевать на рассаду в начале января, где-то с 5 по 10 января, месяца с сверхострыми сортами. Высота куста, я уже говорил, может достигать до 1 метра. Это очень и очень вкусный сорт. У него сильный фруктовый аромат. Такой вот красавец. Сейчас я оторву его. У меня кустик не превышает больше 50 сантиметров в открытом грунте. Такой вот сорт хорошо выращивать как на подоконнике, так можно выращивать и в теплицах. В открытом грунте 180 дней, как бы сейчас середина сентября. На улице где-то 35 градусов жары. Так что вот они у меня потихонечку назревают. Если у вас холодная погода в сентябре уже, как бы этот сорт вам не подойдет. Его только выращивать, только в закрытом грунте, в тепличке, либо у себя дома на подоконнике. Это довольно редкий сорт. Очень интересный. Видите, какой он весь помятый. Очень классный сорт. Такой сорт я советую вам выращивать у себя дома. Он как растение многолетнее. Очень подойдет для квартиры. Так что пробуйте, выращивайте у себя такой сорт. Он вам обязательно понравится. Всем удачи. Пока.